Итак, Уральская усадьба опять представляет контейнерную площадку. 3 метра в длину. 2 бака. По 1,5. Чуть поменьше они. Ну, как раз 2 бака входят. Поставлена на асфальт, забурена и приварена арматурой. Ферма для укрепления, для усиления снеговой нагрузки. Они, по-моему, сейчас вот такие, они сзади подъезжают. Да, там просто, да, чтобы машина подошла сзади.